В. Г. Кутаков родился 11-23 ноября 1898 год. В 1928 году окончил театральное училище при театре имени Е. Б. Вахтангова. С 1924 года актер МАДТ имени Е. Б. Вахтангова. Педагог театрального училища имени Б. В. Щукина. Профессор. 1972. В. Г. Кольцов умер 25 января 1978 года. Похоронен в Москве на Даниловском кладбище.